Всем добрый суток, ребята, зима. Я сейчас обалдел, когда выглянул в окно. Зима, ура, машина замело, собак тоже. А ножки тоньки, жить хочется. Прям хоть снег, сейчас с бани бы и в снег. Смотрите, сколько снега заваливает. Сейчас я вас выпущу, подурачитесь. Так, ошейники заряжены. Так, беру. Это Ханта будет. Татьяну отложим. И Злату. Сейчас протру чуть. Смажу чуть маслицем. Чтобы снег, влажность и так далее не прихватывало механизмы, то есть влага, ржавчина. Так, ну они в играх пока, ну замело вроде все щели, сейчас поеду все закуплю, сейчас замену, делаю замену, все-таки аккумуляторы кончились, но у меня как все предусмотрено. Стоят новые. Я еще по осени подсуетился. Все тянул до последнего. Но планы не меняются. Все играет, слава богу. Так, ну аккумулятор я заменил. Так, сейчас посмотрим, живые они или нет. Новые брал по осени. Ласточка. Не машина, а песня. С сосновыми запчастями. Дизелек мой, дизелек. Да-да-да. Летит, улыбается. Давайте, утаптывайте мне территорию. Хоть снегоуборочную машину покупай. Чистить. Очень много наметет, говорит, в феврале. Зима все равно свое возьмет, ребят. Все равно. Вот такие дела. Так, ключи я уберу. А, да, чтобы не забыл. Теперь новые советы нужны по поводу, как убирать снег, какой лопатой и сколько раз в день. Да, там убери и здесь убери. Не забывайте об этом. Старайтесь. Так, всем дал. О, боже, так, я вас закрыл. Так, все грызут. Все, пойдем, идите садитесь. Вам вкусняшки потом. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, идите садитесь. Ханта. Сейчас открою. Чуть обмел ее. Иди садись. Ханта, Ханта, иди садись. Ханта. Все, легла. Хант, иди. Я заглушу машину. Иди садись. Иди, моя девочка. Иди садись. Иди, иди. Ханта, иди. Иди садись. Ханта. Дизель работает. Сейчас заглушу. Все, заглушил. Ханта, иди садись. Иди ко мне. Ханта. Ханта. Иди ко мне. Ханта. Ханта, девочка, иди сюда. Иди ко мне. Иди садись. Иди садись. Ханта. Вот, все, переклин. Ханта, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, Ханта, иди садись. Иди садись, иди, моя хорошая. Иди, иди садись. Ах ты, красавец. Все, молодцы. Все, отъезжаю, хоть по снежку. Вон, осень осталась под машиной. Ха. Снегу порядочно выпало. Вроде прекращает идти. Вообще, по идее, надо ехать, когда снег пройдет, остановится, тогда в лес. Самое то. Вот. Сидите. Ну что, отковыряюсь я, нет? Ну все, я выбрался. Сейчас обязательно на рынок куплю лопату сюда и щетку. Буду подметать веранду, и лопату надо чистить много везде. Пробили только машину, ничего не чистили. Снегу нормально выпало, красиво сейчас будет в лесу. Я надеюсь, вас порадует хорошей съемкой. Вот такой красотой, как сосны стоят, видите, свисели.
Вот. Вот здесь почистили. На гребле. А может быть, это он сам, Валер. Нет, это Валер сам чистил. Значит, эти работали. Вот. А так, конечно, такой территорий на площадке, конечно, нужна снегоуборочная машина, обычный мотоблок и просто и все. Смотрите, какая красота, да? Сразу преобразилось настроение и так далее, и так далее. Посмотрите, как хорошо. Сейчас, я думаю, порадуюсь. Я боюсь, чтобы только сыра не было, чтобы не замочить динамик в этом в фотоаппарате. А так, в принципе, думаю, что будет все хорошо и красиво. Ну все, едем в лес. Со мной Злата и Ханта. Офигеть, смотрите, сколько снег нагребли уже. Такая гора за одну ночь всего. И то ночью не было, он пошел под утро, он сейчас идет. Так, где мои лопаты, веники? Офис. Профиль. Взял две электрические лопаты, бензин-электрические, вот они, и щетку. А, моторы немецкие, привод швейцарский, ноги мои. Вот, а, значит, гарантия 3 года, все нормально. Я сейчас разговариваю как с палаты номер 6. Купил две, одну пошире, другую по этот, и щетку взял, к своим киргизам заехал, мне скидку сделал, везде поскидывал по 100, по 150 рублей, короче, как оптом покупателю двух лопат и щетки. Вот. Снег прекратил идти, сейчас походим, погуляем, посмотрим, давно не видел заснеженный лес. Чисто просто прогулка по-быстрому, потому что много ждет меня работы в доме, и надо почистить и площадку, и так далее, и так далее, и так далее. Физическая нагрузка впереди вся, вот. Но погулять тоже надо. Поэтому плохо, если, конечно, все растает, хотя обещали, что это не растает. Ну все, едем. Какие он сосны, как они в снегу. Вот красота какая. В лес, 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 лес. Сейчас попробую пропереть по полю. Я думаю, даже без передка. Ребята тоже на поле что там делают на Ниве. Для нее это фигня полная, для Эльки. Я не знаю, даже передок включать, наверное, не буду. Сейчас посмотрим. Я просто не знаю, как эта зимняя резина ведет. Шипово на себя вне дорог. А... Ну, лыжники уже. Обалдеть. А как я буду в лес ходить? Нормальный ход. Уже на лыжах, уже лыжню тропят, делают на Казихе. Обалдеть. Не успел снег выпасть, уже снега, снега. Там что-то он чистит. Непонятно, что, чем-то он занимается. Мужчина с нашего двора. Вот видите, лыжню тарит. Но по дороге. Ну, не до лампочки. Я поеду так. Я даже перейду. Я вон, видите, два только горит. Я поеду просто так, за ними по лыжне. Без передка, без всего. Она едет спокойно. Для нее это детский сад. Хотя колея сзади нормальная. Я вместе с лыжниками. Они и я. Не пугайтесь. Вот так вот прям. Лес красивый. По моей теперь колее идите. Красота. Сейчас заедем. Вот если встану, может забуксовать. Оп. Веточки какие красивые. Ну, я на помоечку встанем. Ай, лафа, как я кайфую от этой погоды. Блин, кто бы знал, а? Вот что человеку надо, да? Для полного счастья. Снежку до собаки. Ну, женщину периодически. Что-то она заглохла у меня.
сама должна таймер заглохнуть. Я наручник просто не забыл поставить. Ну все, она сама заглохла. Что ты там пишешь мне? Так, ну все, ищут. Ищут. Опа. Во, мои. Моя автоматика вся. Да, ну буду тропы только чистить. А что делать? Там столько снега, если будет валить и валить. Сейчас набирать свои нюансы. Зима забирает свое, то завалит меня там. И только на джипе буду пробираться там к дому. Площадка возле дома и тропинка к собакам. Все остальное прогулочное. Смотрите, какая красота, а? Господи, это же сказка. Сейчас. Ну, морды готовы? Дюйт. Идите. Давай. Мокрый будет сейчас насквозь. Пойдем. Хант, пойдем. Давай, пойдем. Лыжников погоняем. Давай, пошли. Давай. С Ханта. Давай. Пойдем. Вперед, давай. Златку лови, ищи. Сейчас все сыпаться будет. Все, мы пошли. Постараюсь поехать туда на болото. Там все-таки одна куничка была. Сейчас снег выпал. Сегодня они ночью дадут след. Зверь. Вот, сейчас идти вон. Ну, иду вот. Короче, выше щиколотки снег. Ну, снег так хрустит, но тихо уже. Хрум. Как Дед Мороз в валенках. Может, завтра троих возьму. Ну, каюра надо брать, но туда лучше взять более таких собак. След очень хорошо, видите, как виден. Вот, собаки прошли, сразу свежачок видно очень хорошо. В лесу прекрасно. Красота. Нет, Златка вот опять, вот видите, рванули. Опять туда. Хулиганье. О, хулиганье. Златка вроде возвращается. Лыжники пошли там. Это хорошо. Найдут к лесу. На меня смотрит. А он на собак смотрит. Ханта. Девки шуруют, блин. Злата с Хантой как-то по-другому себя ведет. Видите, как она смелая. Теперь она показывает. Сто каюр показывал Ханте дорогу, как надо ходить. Теперь Злата Ханту фигачит, гоняет. Кобылица. И бросит, и придет одна. А Ханта будет распутывать. Ай, красота. Дошли до дороги. Злата назад. А Ханта осталась. Вот видите, что она делает? А Ханта вышла на дорогу. Дурында. Я говорю, ходить негде. Уже и там везде люди. Везде это только уезжать.
Вообще кошмар. Тут зла никакого не хватит. Дурдом на выезде. Ну а что говорить о том, что мы тут недавно загоны делали прям вдоль дач. Прям один шел по краю дач. Между двух дач был лес. И между двух дач гнали зверя. Вот так вот. Один по дачам вообще шуварил. По краю, по забору. Нормально? Пробежалась по дороге, видите, зашла в лес. Слышу голос чей-то, дыхание. Вот она. Видите, что она сделала? Как я и говорил. Она ее уведет и бросит. Молодец ты. Где зла эта Ханта? А? Где Ханта? Где Ханта? Что ты мне села в ноги? Села. Иди. Ханта шурует. Народ везде разговаривает, блин. Дурдом на выезде. Вон наяривает. Бля, увела, бросила. Вот куда она шурует? Поворачиваю налево, Виджу. Пойдем. Искать. Ну, молодец. Круг дала. Назад. Не знаю, как она пойдет. Чума. Лыжница вышла из леса. Ждет кого-то. Да, которые бегали, наверное. Она говорит, в ошейнике. Иди уже. Да, не заметил, конечно. Она говорит, меня даже не заметила. Ага. Она, вы просто ей не нужны. Ладно. Идите уже, знатоки, кто кого видит, давно бы уже вас снял бы уже, вас срисовали еще давно, да? Где кукушка-то наша? Возвращается опять по дороге. Давай, заходи в лес. Заходи. Молодец. А ты бросил ее? Ты ее проверяешь, что ли? А? Кукушка. Ты в ошейнике, оказывается. И никого ты не заметила. Стоят, заклинил их, что ли, там. Давай, делил, что они там делали-то. Шугануть, что ли, напугать, чтобы инфаркт миокарда был. Вот такой рубец. Но пока не буду этого делать. Люди. У меня ружье вообще не заряжено. Я хожу с разряженным ружьем. От несчастных случаев. Заряжаю только, когда собака заработала. Потому что здесь больно людно и... Ждем Ханту. О, она уже здесь. Ой, ты молодец, сейчас придет. Злата, не пугай людей. То они сейчас без лыж побегут быстрее, чем с лыжами по снегу. Ханта должна отсюда сейчас прийти.
радио стучит. Ванна летит. Ай, ты молодец. Распутала, пришла. Ай, ты. Молодец, распутал. Все, дороги все проверили. Злат тебя на обшивость проверила. Да, пойдем. Ханта, пойдем. Ханта. Давай, 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 пойдем. Белый на белом. Давай. Они вон сунулись чуть-чуть до вот этого большого дерева справа черное. 10 метров впереди. Где сейчас Ханта пошла? Что-то развернулись и обратно. Ну ладно, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут лужня обычно набита, но снега здесь маловато, наверное, до земли достают, прилипает. Температура ноль. Они, небось, без смазки. А без смазки туго идет. Профессионалы знают об этом. Особенно взрослые знают, что значит работать без смазки. Кто о чем, блин, хомуха. Следов не будет, завтра будет следы с утра. Если что, я об лыжной смазке. Вот смотрите, Ханта, да? Обалдеть, да? А куда она рванула-то опять? Опять на дорогу. Вот чума. Возвращается. Чего она глумит? Ну, дети, им все простительно. Белые лайки на белом. Мамочка. Завтра пойдем поищем, посмотрим. Там, где мы лосей, кабанов, там было два следа. Белки уже начали, дожили. Белку по следам высматриваем, где есть, а где нету. Про куницу я вон Борьке вчера встретил. Говорит, я вообще за этот сезон даже следа не видел. По лайке даже не было. Куда все подевалось? С каждым годом все хуже и хуже. Только уезжать. Надеюсь, к Раде поеду на Смоленщину, там походим. Есть у них куничка, побрали они и берут до сих пор. Так что, ну и капканят, они там живут за счет этого тоже некоторые доп. Заработок. Поэтому идет обратно. Возвращается. Второй раз дорогу проверял. Как Танька, да? Два раза в одно и то же место или три. Чего ходила сама по себе туда? Вот тоже. Может, она опаздывает постоянно на маршрутку? Читать-то она не умеет. Когда там по расписанию идет автобус или что. Приходит, периодически проверяет остановку. Люди есть, но иначе ждать надо. Ханта дует по следам теперь. Мы-то где? Мы-то вот. Идет, идет. Так, идет она. Нашла старый след. Сейчас я спрячусь. Чума. Яблоко от яблони далеко не падает. Научится. Таежные лайки. Им вот эти перелески неинтересны. Массивы нужны. И зверь. Вы говорите, камеру повесить. На что? И что смотреть-то? Пока не зверь найдут, эта камера для особых одаренных, которые не понимают в этом, она сядет. В мороз GoPro работает мало. С аккумуляторами беда. Что с айфонами, что с этим. 140 метров. Зацепится, разобьется. Я не готов рисковать 40 тысяч, чтобы выкинуть на улицу. Просто так выкинуть, взять аппарат. Либо он отцепится, потеряется, либо разобьется.
Обхватывает меня. Круг делает. Блин, шумно стою. Вот, смотрите, обратно возвращается. Нашла. Нашла девка. Все. Пошли вперед. Пойдем. Так что выбрасывайте мысли, вот эту чушь перестаньте писать по поводу камеры. Ей-богу, уже надоело. Да там, я понимаю, что много детей пишут. Не от большого ума. Я объяснил уже, писал, отвечал, отвечаю, что это чушь собачья. Пока она найдет зверя, она сядет, разобьется или потеряется. Вы готовы такую жертву принести ради каких-то нескольких секунд посмотреть, как она бежит? Или просто бег, непонятный, с дрожащей кадрами, как она несется? Ради бога, присылайте мне почту, я все приму. Подарки приветствуются. Деньги мне не нужны. Нам и без денег хорошо. Спокойнее. Большие деньги, много проблем. Нет денег, нет проблем. Так что нам ничего не надо. Нам и так хорошо. Вот оно, счастье-то. В природе, в снегу и вот в лес собачки. Гуляем, а что делать? Лайком без этого нельзя. А по-другому-то как? Да любой охотничьей собаке нельзя. Я все равно какую-то минутку, пусть не получилось сегодня рано уехать, но все равно уехал и поехал. Поэтому завтра, по идее, надо сегодня пораньше лечь, как говорится, если получится. И все, и рвать когти по снежку-то. Сам Бог велел с утречка. Красота. Пойдем дальше. Ну что вы там застряли? Видите, люди находили. И вы тут набегали. Чуть-чуть выше поднимемся, сейчас бугры эти. Большие следы. Куда пошли? Злата! Злата! Ко мне иди сюда! Ко мне, сказал! Почесала. Ой-ё, ямищ. Пошли. Ханта, пошли. Пошли вперед. Искать. Давай, шуруй. Бегунья. Так, ну шуруют они. Шуруют. Ханта проверил, покрутилась. Златка тоже рядом. Все рядом. Возвращается. Ханта уходила до 150, вернулась. И нормально. Уже темнеет. Надо как-то выходить более к свету, что ли. Так, Хантуля, ты моя девочка пришла. Иди ко мне. Молодец. Ай, ты. Златка пришла. Пойдемте ближе к свету, во враг спускаемся. Мокрые, сейчас будем все. Да, Злат? Пойдем. Завтра пойдешь, поедешь по-любому. Так, сегодня хорошо прогулялись. Походили. А сейчас завалы, сейчас пройдем. Давай. Все сыпется. Ружье уже два раза продувал. Засыпал. Надо... Бег с препятствиями. Опа. Медведь идет. Ломаю все на своем пути. Искать. Спускаемся во враг и выходим на поле. Вот сейчас вниз. Опа. Так. Там никто
ней живет. Так. Блин, вниз-то я спустю сейчас совсем до конца. Надо как-то выходить, а потом подниматься. Эх, не навернуться бы. Так, теперь вверх. Ну, правильно, они, лыжники, в лес воткнулись, а снегу мало в лесу. Ну, для лыж еще рановато, на поле-то порядочно. Опа, выхожу. Опа, Америка и жопа. Европа, Азия, Китай, а ну-ка вылезай. Ой-ой. Бывает. Ну, немножко осталось подняться. Сейчас я вам к тем сосенкам самосад подойду, пофоткаю. Природу вам выкину все. У меня связь появляется, я вам закидываю в Инстаграм, туда-сюда. Шпили-вили, тролли-вали, это нам не задавали. Ну вот и все, ты боялась, только юбочка помялась. А теперь пойдем к врачу, я ребеночка хочу. Пошляк. Смотрите, красоту сейчас уберу. Не, тяжело висит, надо посильнее. Так, собаки пришли, пошли погулять чуть-чуть здесь рядом. Они здесь. Мы вышли на дорогу. Сейчас пойдем. Ну, здесь никто не ездил, конечно. О, вот они пришли. Ну, вылазку мы сделали. До основного места мы до речки не дошли, конечно, но оставляем, потому что темнеет уже. И пока даем до машины, все будет кирдык уже. Ханта все шурует, шурует. Очень самостоятельная девочка. Я как на нее погляжу. Вот. И вон, красотка. Иди отметься хоть. Иди ко мне. Хант, поди-ка. Молодец. Пойдем. Все, пошли вперед. Давай, 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 давай. Сейчас Златка так под снегом хорошо лежала. Пойдем, ладно, все. Я пофоткал красоту. Хоть что-то. Почапали мы к машине. Ну, недалеко здесь, 2 км, полтора, может. 800 км, наверное. Тут немного. Сейчас вот поэтому понемножку по заросшей полю. Там поле дальше. По лесной, а потом еще 2 поля, и мы на месте. Катается. Куда, куда, куда? Поздоровался. Знаю. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, это не наша техника. Видите, нигде покоя нам нет. Выходим на поле. Я так понял, что детский. Он домой к себе поехал. На пол горы. Фух, называется так. Там деревня. Машина ездит, катается. Праздники, выходные. Такая красота. Идем к машине. Сейчас вот это поле все пройдем. Еще одно такое. И машинка будет стоять. По крайней мере, если никто не уехал. Мне по его следу плохо идти. У него детский какой-то. У какого ребенка отнял, непонятно. Кабан. Такой. Сказочно детский. Видите, ширина очень маленькая, да, он выглядит сам. Фигня полная. Ну, собаки мои набегали здесь. Лисичка, вот видите, старенький след. Может быть, перед снегопадом. Видите, цепочка пошла. Лисичка гуляла.
мои вон аглоеды на поле. Лайки белые на поле. Слушает, слушает хантуга. Мышкует. Слушает, слушает. И меня посмотрел заодно. Вот что он сюда приехал и встал на горе. Он, мне кажется, не полноприводный. На Citroen или пыжик. Сейчас мы посмотрим, что за машина. И номер срисуем. А, китаец. Кошка приоткрыта. Наблюдает. Значит, полный привод. Ой-ё. Блин, сломал мне сюда руку. Ну, Коля. Эти движуху устраивать здесь. Делать нечего. Вот как можно спокойно в парковой зоне ходить охотиться? О, какой закат. Надо щелкнуть. Мы много уже прошли. Вон от того горизонта. Сейчас покажу, откуда. Все прошли. Вон дальний лес, видите? Мы оттуда идем. Вот оттуда. Идем. Так. И вот это сейчас перейдем до того леса. Перелесок и машина. Приятный хрум. Хрум. Шаги. Загиги. Тры-тры-тры-тры. Чей след? Не угадаете, чей след. Это шаги загиги. Га-га-га-га-га-ги. Юрка делает шаги. Ну, вот, в принципе, след свежий есть. Можно оттропить и добрать. Лежек не было, значит, подранков нет. Пойдем дальше. Идешь. Молодец. Заходим в перелесок. Давай. Широй жопа в катушках. Давно у вас таких катушек не было от скорости. У них образуются катушки сзади, на задних штанах. Все, мы прошли все поля. Фу, ёкарный бабай. Вперед, только вперед. Ни шагу назад. Что, валяться будешь? Что там под снегом? Какая фуфука лежит? Фу. Пойдем. Все, пойдем. Фу. Гадость. Ну, мы выходим. Машина здесь слева. Так, эти кукушки. Где? Ага. Не поверите, она пришла к машине. Сидит в соснах. Не хочешь идти, да? А, хантуга? Если не сейчас уже будут течь от переживаний. А? А где наша? Да, она рядом. 17 метров. А, вон, сзади меня. Все растерял. Ой, вон наше авто. Алло, бордо. Опа. Идите, садитесь. Давай, я пока не заводил. Иди, садись. Иди. Молодец. Злата. Умничка, моя девочка. Златуль, иди. Подано. Тихо ты, конь. Лошадь, вернее. Обнюхить. Да, все. Чистой совестью можно ехать по делам. Так, сделаем обзор, сколько они прошли. Мы должны были пройти немного.
здесь должно быть у них потеряно. Блин, давай, дупляйся. Не хотим. Так, я их отключил просто. Так, Ханта. Ханта прошла почти 14 километров, скорость у ней такая-то. Злата у нас прошла меньше. Она прошла 10 километров, 280 метров, скорость 10. Не спеша, ходила нормально. Средняя хорошая скорость. А Ханта-то, конечно, девочка. На 4 километра больше и скорость больше на 4 километра в час. Средняя. Ну, в принципе, все. Я все выключил. Все, мы поехали домой. Маму сейчас по делам покатаю, что она куда она хотела. И поеду чистить снег. Работы много. Убрать хотя бы что-то как-то чуть-чуть. Около ворота почистить и так далее. Тем более у меня лопаты сейчас. Сейчас бензином их заправлю. Или солярка. Не знаю, на чем они работают. И вперед. Все, всем хорошей погоды, вот такой красоты. Надеюсь, вам понравилась прогулка по зимнему лесу, заснеженному лесу, можно так сказать. Это красота, когда снег выпал, это вообще сказка, а не лес. Я не мог удержаться, все равно поехал. Хоть есть дела, хотя мог сегодня чистить снег и так далее. И никуда не ездить. Впереди каюр, но с ней я буду решать отдельный вопрос. Вот, пробовать его со Златой брать. Ханта тоже очень самостоятельная девочка. И находит, ищет, молодец. Но тоже спит, она сидит. Слюней нет. А просто нервничает. Запахи идут, их солярка убивает. Но развит очень сильно чутье. Ничего не сделаю. Вот видите, как Златка легла и лапку так вытянула. Вот. Будем ходить, будем пробовать, будем ездить. Жду от Алексея звонка, где Града, он голову склонил, спит, видите. Нет, тоже все, умаялись немного девчонки. Будем покатаемся. До конца февраля у нас есть время. Будем кататься, кататься, чтобы собачки хотя бы закрепить в этот год что-то, кто-то хочет что-то как-то. Не только лоси эти и так далее. Нафиг, уже надоели эти копыта. Вот, ну что сделать, в Подмосковье все хуже и хуже по сравнению. Есть, может быть, в Подмосковье и хорошие места, но у нас жесть это направление. Так, ну все, мы поехали, в принципе, все хорошо закончилось, всех благ, всем давайте пока-пока, мы поехали домой.